сегодня в Запорожье прощались с майором группы боевой и специальной подготовки воинской части 3029 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины Иваном Якушиным. . 16 июля Иван Якушин был тяжело ранен во время нападения боевиков на блокпост Нацгвардии под Мариновкой Донецкой области. Чтобы спасти жизнь майора, его отправили в российский госпиталь. Спасти тяжелораненого врачи не смогли. Иван Якушин родился в 1982 году в городе Евпатория, где прошли его детство и юность, где он закончил среднюю школу. В ноябре 2000 года он был призван на срочную военную службу в пограничные войска Украины. И в апреле 2002 года уволен в запас. В этом же году он поступил в военный институт внутренних войск МВД Украины. Иван Якушин 13 лет своей жизни отдал службе народу Украины. Большую часть своей жизни погибший прожил на Крымском полуострове. В этом году был переведен по службе в Запорожскую область и не успел забрать сюда своих родных. У него жена, дочь, маленькая дочь Александра, мать, отец, семья осталась, семья живет в Крыму. То есть сам он уродженец, как говорили на митинге, и Крыма. А здесь служил своему отечеству. Отзывчивый, веселый. Человек-профессионал своего дела. Человек никогда не отказывался от работы, которую ему предлагали делать. И делал ее профессионально, максимально, покладая, знаете, я скажу, душу и сердце. Ивана Якушина похоронили со всеми воинскими почестями на аллее боевой славы на Капустяном кладбище Запорожья.